невротическое расстройство. Причины возникновения. Невротические расстройства обычно вызваны значительным и длительным воздействием раздражителей, которые приводят человека к постоянному нервному напряжению. Самые распространенные причины неврозов – события, которые ставят под угрозу будущее человека, вызывают неопределенность положения либо требуют альтернативных решений. Очень редко причиной неврозов становятся внезапные травмирующие события. Симптомы. Наиболее яркие симптомы невротических расстройств – панические атаки, агорафобия, ипохондрические фобии, навязчивые мысли, истерические реакции. Классификация. Выделяют следующие виды невротических расстройств: тревожное невротическое расстройство. Одна из самых распространенных форм неврозов. Основные психологические проявления тревожно-фобических расстройств – это приступы паники. Истерические расстройства. К этой форме склонны инфантильные личности с высоким уровнем внушаемости, несамостоятельностью суждений, эмоциональной незрелостью, впечатлительностью, легкой возбудимостью. Неврастения. Основные жалобы – невыносимая усталость, упадок сил, снижение жизненного тонуса, разбитость, непереносимость ранее привычных нагрузок. Больные очень чувствительны к внешним раздражителям. Невротическое расстройство сна. Чаще наблюдается нарушение засыпания, что провоцирует усугубление неврозов. Также встречаются расстройства пробуждения от сна. Они проявляются тем, что после пробуждения человек некоторое время не может отличить сон от реальности. Диагностика. Диагностика неврозов часто осложняется недостаточностью объективных проявлений, по которым врач может точно определить наличие заболевания. При сборе анамнеза врач учитывает жалобы пациента, оценивает адекватность физического и психического состояния. В ходе обследования полностью исключаются органические причины невротических симптомов. Невроз может быть отягощен наличием физического заболевания. Если диагностику невротического расстройства проводит психолог, то для оценки состояния больного проводится интервьюирование больного с помощью устного опроса и стандартизированных методик. Действие пациента. При появлении симптомов, характерных для неврозов, пациенту необходимо обратиться к психологу либо к врачам-психотерапевту, психиатру. Лечение. При лечении неврозов используются методы психотерапии и медикаментозное лечение. Лечение невротических расстройств у детей обязательно включает психотерапевтическое лечение родителей. При выраженном возбуждении и наличии интенсивных симптомов назначают транквилизаторы и нейролептики. Пациентам с тяжелой депрессией или суицидальными склонностями показан прием антидепрессантов. Также используются гомеопатические, симптоматические и общеукрепляющие средства. Процессу выздоровления способствуют физиотерапевтические процедуры. Рекомендуется проводить лечение в профильных учреждениях санаторного типа. Осложнения. Если невротические расстройства не лечить, они приводят к развитию личности человека по невротическому типу. Болезненные симптомы со временем будут усиливаться. Возможен один из трех путей патологического развития: человек превращается в истерическую личность, которой свойственны гипертрофированная мнительность, эмоциональная логика, бурные театральные эмоции и реакции. Превращение в обсессивную личность. Человек излишне мнителен, постоянно опасается за свою жизнь и здоровье, его самооценка занижена. Превращение в эксплозивную личность. Человек не терпит возражений в свой адрес, агрессивен и всегда концентрируется на отрицательных эмоциях. При этом он становится ипохондриком. Все типы невротических личностей разрушительны. Профилактика. Первичная психопрофилактика заключается в предотвращении психотравмирующих влияний на работе и в быту, включает правильное воспитание ребенка и здоровые отношения в семье, предотвращение семейных конфликтов. Вторичная психопрофилактика основана на изменении отношения больных к психотравмирующим ситуациям, своевременном лечении, увеличении яркости в помещении, общеукрепляющей витаминотерапии, диетотерапии. Пациент должен обеспечить себе достаточный сон, своевременно лечить сопутствующие заболевания.